На сегодня еще одна посылочка. Здесь интересный гаджет мультитул. Мультитул для кухни. Кухонный мультитул. Ну, может быть, баловство. Просто стало интересно. Как бы стоит не то, что копейки, что-то долларов 7 или даже 10. Но что-то мне понравился. И я решил его заказать. Ну, шло, кстати, не так уж и долго. Нормально. Треки отслеживались. То есть приложение для андроида, может быть, и для iOS, почта.ru. То есть очень удобно. Копируешь с AliExpress трек, он сам туда вставляется, и все, и отслеживается вообще, где что твоя посылка едет. Так. Крыс мой шумит. Так, это мультитул, то ли 7 в одном, то ли еще больше. То есть, что здесь есть? Ну, наверное, основное, из-за чего я брал, это вот эта вот открывалка для консервных банок. То есть, вот так вот раз. Как-то она. Ну, короче, вот этим ножом прислоняется к банке. Крутится. И открывается. Должна открываться. Не знаю, как оно будет действовать пока что. Так, ладно, с этим понятно. Что здесь есть еще? Так, что здесь есть еще? Открывалка для бутылок вот такого типа. То есть, если туго завернуто, то можно вот так вот сделать и открыть. Ну, у меня такой проблемы не возникает, но... Семейный, то есть если там какая-нибудь газировка туго закрыта, то сами не могут. Здесь типа терки, там, не знаю, для шоколада, для чего-то мелкого, там, чесночок можно потереть. Так, открывалка для бутылок, то есть, ну, типа пивные бутылки, вот так вот открывать. Так, вот эта вот штука, это что-то типа подковыривать. Банки консервные, которые с ключом, то есть бывает, что неудобно, приходится ногтем подковыривать, либо там ножом, вилкой, ложкой. Здесь типа вот так вот раз и все. Понятно, что это все как бы мелочи, все это не обязательно, но так просто. Для таких вот банок вроде как бы этот крюк для чего-то. Я сейчас точно уже не помню, я вставлю картинку с описанием, то есть картинку с AliExpress с описанием, что для чего. Ну, не знаю, рекомендовать пока не буду, потому что пока неизвестно, работает ли открывалка. Ну так, просто игрушка, кухонный гаджет. На сегодня все, ссылка в описании. Если вдруг стало интересно, можете переходить по ссылке и заказывать. Всем пока.